Пошла! Куда ты уже? Давай! Отопчик, ты сможешь! Если ты сейчас хорошо постараешься, ты сможешь и Жеку Плея нафиг скинуть, и Банана нафиг скинуть тоже сможешь. Просто за чайника. Надо отомстить за чайника, Отопчик! Ну их двое, я один. Это, конечно, сложно будет, но я стараюсь. Я очень сильно стараюсь. Жека Плей, давай уже падай. Побыстрее. Ребят, давайте вы быстрее там кого-то уже скидываете, иначе через 20 секунд я всех вас убью просто. Ты правила надзирателей ставят. Ребятки, у вас 20 секунд до того, как Костя вас всех перестреляет. Поэтому я бы вам посоветовал скидывать уже кого-то как можно скорее. Да я стараюсь скинуть, но их двое, а я один. В этом-то и вся и проблема. Да хватит ты, Отопчик, будь мужиком настоящим. Просто кинь Жеки Плея удочку. Главное, не подходи к краюшку. Нет, не подходи. Панчелыга, падай тут. Я ж тебе говорил, все нормально будет. Вот и как бы все нормально. Пошли, быстро! Быстро пошли! Ну, в смысле, никуда не надо идти, стойте на месте, просто толкайте друг друга. Так, ну сосина уже 3 раза пихнула сосиску. Кому-то из вас надо имя поменять, потому что я всегда путаю сосина и сосиска, я их всегда неправильно называю. Ты про что? У меня даже удочка... О, долетела. Это значит то, что пришло время результатов. Костя, Авайка красные, они надзиратели. Я, Клайб, Жека Плей, Сосина и Банан получают по 1 баллу. А Сосиска, Отомчик, Пончик, Ася и Чайник, если вы в следующем раунде проиграете, то в конце этой серии вам ой, как не сладко будет. Толкать просто... О-о-о, молодец. Дальше угадаешь второй ли... Смотрите, что он делает. Давай дальше, Клайд! Это вообще как так-то? Я что-то не понял. Подожди, сколько процентов уже прошел? 30 где-то, да? Я не знаю, сколько ты прошел, но человек, который второй по списку... Ты хотя бы запоминаешь, куда тебе прыгать надо? Может, ты сразу за Клайпом пойдешь? А ты дальше прыгай, Клайп! Слушайте, я даже не знаю, куда прыгать, если честно. Мне очень страшно, на самом деле. Очень-очень-очень страшно. Ну все, я пошла. Так... Опа, я допрыгнула. Ну, иди дальше прыгай. Не, сейчас ты прыгаешь. Так, оба прыгайте, давайте быстрее. У нас тут это, там еще чуваки ждут вас. Так что давайте, пошли. Вас сейчас застрелят нафиг, если вы прыгать не будете. Третий не допрыгнул. Четвертый пошел. Давай, за четвертым сразу пятый. Кто пятый? Жека Плей, ты пятый. Давай, пошел. А я уже за Жека Плейчиком, получается. Клай, прыгай, давай, не стой на месте. Ты смотри нафиг, он уже просто до середины. Он уже просто до середины дошел. Давай дальше, Клай. Да прыгаю я, прыгаю, успокойся. Не ты же первый идешь как бы. Прыгай ли я на тебя сейчас Жеку Плея дотравлю, да, Жека Плей? Да. Чё происходит? Да... Так, давай дальше, Клайб. Слушай, если ты дойдешь до конца, я даже не знаю, что я сделаю. Давай, прыгай. Клайб, выживешь ты, выживем все мы. Чё? Нифига себе, какой-то супермен получается. Давай дальше, не останавливайся. Ты видишь, как тебе фартит просто. Жека Плей, подвинься немножко. 3 ряда осталось. Давай, Жека Плей. Клайпик. Клайб, теперь направо. На левый. Я думаю, то, что на левый. На левый, Клайб. Я не знаю, кому верить. Ну, хотя я арбузом не верю. Я, в принципе, я себе верю, это понимаешь? Я себе верю. Я не знаю, куда прыгать, честно. Ой, чуть не упал. Я прыгну на правый. Все не против, да? Да, молодец, давай. Что? Чего? Ты а чё? Не то с Машей, Маша не допрыгнула. Маша не допрыгнула. Клайп, последнее стекло, прыгай давай! У тебя все получится, подожди. Ты настоящий, а куда? Вот сюда. Ты настоящий мужик, прыгай давай! 1, 2, 3! Что? Соня аж вышла. Сосина аж вышла, Сосина просто забоялась. Жека Плей, да... Это... Да как я упала? Да как? Да в смысле? Сосиска... Я тоже упала. Слушайте, ребятки, вот смотрите, вы знаете весь путь. Клайб тот человек, который за 7 или сколько серий игры в кальмара прошел 15 рядов или сколько их здесь есть. И даже учитывая это, сдохло сейчас примерно 5 или 6 человек. Вы что, ненормальные?
А право или лево? Лево, лево, лево. Право. Это ты мне скажи, право или лево, а то я ни Жиге Блэй не доверяю, ни Косте. Косте тем более не доверяю. Левый, 100%. А теперь куда? Чего? Что? Что? Как? А это как? Подождите, она там жива. Вот теперь нет. Раунд это, конечно, что-то с чем-то, но получается то, что я, Клайд и Жека Плей получают по 2 балла. От... У кого там ножницы и у кого там две бумажки, Клайд и Жека Плей?